Всем доброго времени суток. Смотрите, что здесь происходит. Здесь самая настоящая война. Смотрите. 1:50 у нас до конца стройки базы. У этих, получается, 2 минуты до конца аванпоста, и они ставят еще один пост, и у них посты строятся в среднем. Вот, вы видите, 4:23, 5:44. То есть 1:20 они строили аванпост, да? 5:44. Сейчас у нас время сервера сколько? 6:59, то есть 1:15 они строят. То есть, грубо говоря, 1:15 плюс несколько минут, 1:18. То есть 30 минут нам нужно будет оборонять базу. Потом мы сможем, соответственно, сносить посты и снести вот эту базу. База строится 8:75 часов. Потом у них здесь есть вторая база у зелененьких, которые они вот сюда вот идут, пытаясь защитить вот этот вот проход. То есть у нас тут война грандиозная намечается. Если нам не снесут базу, то тут будет прямо жесткий замес. То есть нам нужно будет из этого угла просто выбираться. В целом по карте я вам потом все объясню. Сейчас главное вот, что будет происходить вот здесь. Потому что здесь будет самый-самый смак. Сразу вам говорю прям. Тут видите, сколько народу. Просто неимоверное количество домиков. Если вы видите, да. То есть все заставлено просто. Чисто весь угол заставлен. Тут даже вот, вот тут вот народ есть. То есть тут атака базы будет происходить прям колоссально. Будет вообще очень-очень весело. Я больше чем уверен. То есть самое обидное, что у нас заканчивается база, стройка к началу САВ. Придется САВ пропустить. Не хотелось бы, но что теперь поделать? Придется.